что такое счастье? Нет, сейчас я расскажу вам притчу о счастье. Гуляла счастье по лесу, наслаждалась природой. Вдруг упала в яму, сидит и плачет. Шел мимо человек. Счастье услышало человека и кричит из ямы: «Человек добрый, вытащи меня из ямы!» «А что ты мне за это дашь?» – спрашивает человек. «А что ты хочешь?» – переспросило счастье. «Я хочу большой и красивый дом». Счастье подарило человеку прекрасный дом. Тот обрадовался, убежал и забыл про счастье. Сидит счастье, еще громче плачет. Мимо шел второй человек. Услышало счастье человека и кричит из ямы: «Человек добрый, вытащи меня отсюда!» «А что ты мне за это дашь?» – спрашивает человек. «А что ты хочешь?» – переспросило счастье. «Я хочу много красивых и дорогих машин разных марок». Дало счастье человеку то, что он попросил. Обрадовался человек, забыл про счастье и убежал. Совсем потерял надежду счастье. Слышит, идет третий человек. Крикнул ему счастье: «Человек добрый, вытащи меня отсюда!» Человек вытащил счастье из ямы и пошел дальше. Обрадовалось счастье и побежало за ним. Спрашивает счастье: «Человек, что ты хочешь за то, что помог мне?» «Ничего мне не надо», — ответил человек. Так и побежало счастье за человеком, не отставая от него никогда. Счастье не нужно бежать. Нужно выбрать свою дорогу, и счастье будет идти с тобою всегда.